Акуленок я туруруру, акуленок я туруруру, акуленок я туруруру, я малыш. Я акула туруруру, я акула туруруру, я папуля туруруру, малыша. Ребят, всем привет, вы на канале Smile Freddy, и сегодня мы с вами поиграем в игру под названием «Эволюция акулы». Эту игру, ребята, сделали разработчики лифтинг-симулятора, даже посмотрите, ребята, здесь топ, очень сильно похож на лифтинг-симулятор, да и в принципе все вот эти вот текстурки, они очень сильно напоминают лифтинг-симулятор. Ребята, мы с вами сегодня попробуем разобраться в этой игре и стать самой сильной акулой на сервере. Приятного просмотра! А спонсором сегодняшнего видео выступает лучший магазин по продаже самых дешевых робаксов с моментальной выдачей RBX3.com. За 37 рублей вы получаете целых 100 робаксов. Они уже дважды проводили конкурс на 10 тысяч робаксов. Скоро будут еще конкурсы, чтобы каждый из вас смог победить. Заходи на сайт, делай выгодные покупки с rbx3.com. Ссылочка на сайт в закрепленном комментарии. Здесь даже топ PvP есть. Уху, какая акула опасная. Смотрите, что-то она там делает. Так, в общем, ребят, похоже, мне надо собирать... О, мне надо кушать, смотрите, мне надо кушать. Я кушаю вот эту улитку. Или кто это? Это крабик какой-то. Да, ребят, я левел ап. Я апнул уровень, ребята. И просто мне вот так вот надо, в общем, кататься. Не кататься, а плавать. И уничтожать вот этих вот крабиков. Посмотрите, они мне тоже урон наносят. Я-то думал, все просто... А оказывается, нифига все непросто, ребят. Вы видели? Тут, кстати, смотрите, можем наверх перемещаться, можем вниз. Так, ну, мне надо немножечко восстановить жизнь, ребят, а то как-то опасненько. Это кто это? Босс какой-то, пингвин. Босс, пингвин, серьезно? Давайте посмотрим. Тут у нас есть настройки, тут у нас есть еще что-то. Вот так вот, если мы сделаем. Нет. ПВП-мод можем, ребят, включить. Так что, слушайте, прикольно. Так, а я хочу, например, стать другой акулкой. Опа, отличненько. Мне, наверное, надо, чтобы стать другой акулой, убить, сделать 20 убийств, ребят. Давайте попробуем. Бац, бац, смотрите, видите, да? Я сейчас уничтожаю быстрее вот этих крабиков. Бам! Отлично, так, меня приглашают на какой-то торнамент, на какое-то событие, но я пока туда не пойду. Ребят, вы посмотрите, я сейчас стану настоящей белой акулой. А, вон, смотрите, какая акула плавает. Так, меня уничтожили, ребят. Это печалька. Ну ладно, ничего страшного, это я? Нет, это какая-то другая акула. Я-то думал, что это я, оказывается, нет, ребят. Я четвертый уровень. Тут, кстати, у нас есть донат, к примеру, смотрите, damage, shop, это у нас плюс 100 какие-то поинты, это бусты, ребят, смотрите, тут у нас есть бусты, а что, давайте попробуем купить, блин, бусты дорогие, дорогие бусты, ребята. Ладно, давайте попробуем с вами попрокачиваться без доната и посмотрим, что же мы сможем достичь без доната в этой игре, ребят. Так, ну и вот так, вот так, вот так, вот так, опаньки, я стал пятый уровень, ребят, и мне надо еще 10 убийств сделать. Так, еще 10 я сказал, вот так, 11, и сейчас мы, я с одного удара их съедаю сейчас. Нет, не с одного, с двух, ребят, все-таки с двух ударов. Так, 14, смотрите, вот наверху, 15 я левел ап, ребят, еще сделал, с одного удара. Это с одного удара, ребят, смотрите. Вот, и еще, кстати, смотрите, видите, food, это что-то какая-то, я не понимаю, что это значит, ребят. Но смотрите, нам остается последний, вот, все, я могу эволюционировать, ребят. Я эволюционирую, я стал вот такой акулой, офигеть. Жесть, ребята! Я стал еще больше. Так, и интересно, куда-то меня там стрелка ведет, ребят. Куда это меня ведет стрелка? Ну-ка, я с одного удара, ребят, да, смотри, с одного удара съедаю. А вот все нормально, ребят, плывем. Что это такое? Это питомцы какие-то или что это? Да, ребят, это питомцы. Это, скорее всего, даже не питомцы. Давайте попробуем открыть. Надо 20 нам какой-то местной валюты, ребят. Давайте попробуем. Так, на торнамент меня приглашают. Давайте открывать. А я могу вообще открыть или нет? Activated. О, я активирую. Игнитион. Игнитион какая-то мне выпала, ребят. Давайте попробуем экипировать. Что это такое? Она нам дает X2 к демужу. Слушайте, ребят. Довольно-таки прикольненько. Давайте еще раз открываем. Открыл, да? Да, ребят, открываем. Бабам! Что мне выпало? Игнитион. Еще одна игнитион, что ли? А я могу ее еще раз экипировать? Нет, ребят. А, левел ап могу сделать. Команка. Левел ап. Она не делает левел ап, ребят, смотрите. Ну-ка, левел ап. О! Ничего себе!
Так, я могу теперь ее экипировать, могу снимать. Отличненько, ребят. Так, и что теперь? Где мне посмотреть? А, вот мои поинты, ребят. Вот здесь я могу купить поинты, смотрите, 1 и 1К. Давайте за 50 робуксов мы, ребята, с вами купим себе 1000 поинтов. Давайте посмотрим, что из этого я теперь могу сделать. Так, кстати, смотрите, ребят, у меня сейчас появилась вот такая вот энергия какая-то. Подождите-ка. Вот, смотрите, я нажимаю на нее. И что она делает? Ну-ка. Что она делает? Я не понимаю, ребят. Charge. Это энергия какая-то, ребят, смотрите. Я катаюсь, вот так плаваю. Кстати, смотрите, давайте попробуем вот этого пингвинчика мы закушать. Ну-ка. Оп-оп-оп-оп-оп. А, он меня убил. Я левел апнул, и он меня убил, ребят. Офигеть, он мощный. Ну-ка, погнали дальше. Смотрите, кстати, там людишки. Может быть, нам людишек можно есть? Давайте попробуем. Эй, людишки. Ну-ка, вот, смотрите, пляж какой-то. Это, возможно, разработчик, ребят. Ну-ка. Ам-нам-нам-нам-нам. Не, я не могу его есть. Смотрите, это качки, ребят. Качки на пляже. Блин, а вот этот мощный, конечно, пингвинчик. Я пока не хочу на него идти. О! Что такое? Что такое? Где я? Чего? А кто меня убил? Не понял, ребят. Кстати, фуд надо, походу, продавать, да? Ну-ка, подождите-ка. Фуд. У меня фуд... Фул, видите, написано, ребят? Нифига я не могу его кушать, он меня убивает сразу. Капец. Ну-ка, а вот эта штучка у меня экипирована? Да, ребят, эта штука у меня экипирована. И что у нас тут? Вот, смотрите, видите, да, как он перемещается? У меня другой эффект, а у него другой эффект. Так, давайте, ребят. Тогда сейчас нам надо сделать 40 убийств. 40 раз нам надо покушать. Так, кушаем, чтобы левел апать, ребят. Ну, вот на этих маленьких мне надо апать левел, да? Смотрите, ребят, я не понимаю, что только вот эта штука дает, пробел. Мы с вами чардж, как чардж какой-то копим. Я не понимаю, что это за чардж, ребят. И, ой, вот эти, конечно, я не хочу с вами драться пока что, потому что я маленький уровень. Так, 18, кстати, половину уже выполнили, ребят. Это легко, так, кушаем. Слушайте, довольно-таки прикольная игра. Это симулятор качка, только акулы, ребят. Ну-ка, кушаем. Я какой, 5-4 уровень? И, ребят, остается 10 убийств, и я смогу, наверное, эволюционировать еще. Но смотрите, я дальше... Вот здесь какие-то коньки, ребят. Ну-ка, давайте попробуем покушать их. Ага, покушал. Он меня убивает сразу. Это капец какой-то. Так, а где у нас еще есть магазины? Вот это что такое? Это магазин или что? Тут, походу, просто разработчик сидит. А где магазины-то, я не понимаю. Может быть, здесь где-то? Магазинов, как я понял, больше нет, ребят. Смотрите. А, вот! Что это? Вот, стоп. Вот это что такое? Вот, это что такое? Reborn. Games Reborn. И тут ничего такого нет. Ладно, я понял, ребят. Нам надо сделать еще 10 убийств. А, кстати, я, похоже, понял, ребят. Мы с вами перемещаемся быстрее, когда вот так вот этот чардж включаем. Смотрите, у нас скорость растет. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Нормальненько. Так. Где? Еще 6 убийств, ребят, надо. Отстаньте. Ой, я левел апнул. И меня пингвин, походу, убил. Да достал этот пингвин. Давайте-ка попробуем, может быть, вот здесь сейчас посмотреть. Вот здесь что такое? Это тоже тут, скорее всего, ничего нету. Но мы можем, в принципе, с вами, ребят, смотрите, вот сюда снова пойти и попробовать пооткрывать вот здесь вот яйца вот эти, да? Это же яйца? Да, ребят, ну-ка, давайте попробуем. Open. Ну-ка. Тем более, стоит всего лишь 20, ребят. Так что... Это что такое? Бинарий. Подожди-ка. А, две штуки сразу выпало. Давайте вот эту экипируем. Вот это покруче, ребят. Ну-ка, а я могу ее левел апать? Да, ребят, 4, смотрите. Тут у меня... Что это такое? Что это такое, ребят? Давайте попробуем разобраться. Я не понимаю, это что такое? Тренинг, Hermit Crab, Learning Point. Это, короче, какие-то улучшения, ребят. Игнитион снова нам выпал. Ну-ка, давайте посмотрим, что там у нас еще. О, пульсар. Пульсар, наверное, самый топовый, ребят. Да, давайте мы вот так экипируем. Экипировали, и вот это можно левел апнуть, ребята, отличненько. Так, и давайте открывать дальше. Нам выпала рарка, ребят. И это бинари снова. Ну, смотрите, тут на легендарку 0,1%. И на супер какую-то легендарку 0,01%. О, Певсон, это что такое? Ну-ка, подождите-ка, давайте посмотрим. Певсон, а, X3, а, это фигня, ребят. Ну, давайте попробуем мифик выбить, хотя бы мифик, ребят, и посмотрим, насколько он крутой.
Так, это снова Игнитион, но это не интересно для нас. Нам надо мифик, давай мифик. Певсон, снова это Певсон. Ну, мы с вами вот так, ребят, можем. Вот так, это тут левел ап. А, нет, вот здесь, да, тоже можем левел ап. Ну, смотрите, у нас пока самый крутой это пульсар. А три можем сразу открыть? А, нет, ребят, три сразу открыть не можем. Это у нас за донат привилегия. Но зато, о, снова пульсар, ребят. Это у нас рарка. Ну, давай мифик. Мне кажется, мифик это будет очень круто. А если и легендарку выбьем, то это будет еще круче, ребят. Давай, 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 давай. Мне кажется, что мы... О, смотрите, мне дали какую-то ачивочку еще. О, сразу два выбил. Ребят, это мифик. У нас мифик X12. Экипируем. Так, давайте так сразу. Level up. Level up. Что мы можем? Level up'ем сразу. Ну вот так, кстати, смотрите. Пульсар еще разочек можем. X10 пульсар, ребят. Неплохо, смотрите, это у нас X12 к демеджу, ко всему, как я понял, дает, ребят. И мифик теперь у нас самый крутой. Ну-ка, давайте посмотрим, Певсон, снова Певсон. Ну так мы с вами, ребят, можем открывать, мне кажется, бесконечность. Давайте мы с вами тогда сейчас направимся, откроем еще разочек и отправимся с вами, да, выполнять вот это задание, ребят. Ну-ка, давайте Певсон, а что у нас тут Певсон? Вот так, X, вот так, все, X7. Ну, погнали, ребята, попробуем, посмотрим, как я сейчас... Вот, смотрите, видите, да? Я пробел нажимаю, и у меня поменялись... эффект поменялся, ребят, видите, да? Ну-ка, у меня дэмэдж, наверное, вырос. Давайте попробуем вот этого убить. Ну-ка, а его кто-то убил. Ну-ка, давай у тебя попробуем. Оба! Я его почти убил! Я его почти убил! Я теперь их могу убивать, ребят, вы видали? Так, ну-ка, получай! Я могу их убивать! А вот тебя смогу убить? Я тебя смогу убить? Давай, давай. Черт, ребят, его я не смог убить. Он толстенький как... Не, он очень толстый, ребят. Его я не смогу убить. Так, и мне остается еще три убийства. Слушайте, вот сейчас мне нравится. Сейчас мне нравится. Сразу 8-й уровень апнул, ребят. Как взял себе вот этот новый эффект. Ну-ка, иди сюда. Вот так, сейчас мы тебя скушаем. Во, теперь они мне ничего не наносят, ребят. Вы видали? Давай. Вот так вот. Что там у нас? Я... А, три убийства надо сделать, да? А, мне крабов надо этих все-таки убивать, ребят. Пока мне надо убивать этих крабов. Давайте мы так закушаем сейчас этих крабиков. И все. И что теперь надо сделать? 4... А, теперь активировать 4 раза надо, ребят. Ясно. Давайте попробуем. Я могу вообще эволюционировать еще или нет? Ну-ка. Открываем раз, ребята. Ну, в принципе, я и так уже пооткрывал дофига. Так что, пау. Открываем еще. Еще открываем вот так. Надо еще 2 раза, ребят, активировать. Ну-ка, это что у нас? Снова Павсона. Это за 35% комонка. Но у нас хотя бы есть мифик. Смотрите, тут еще есть дивайн какой-то. О, бинарий. Бинари, ребята, выпал еще нам. Неплохо. Это рарка. Все, ребята. И теперь мне надо кого-то уничтожить. Подождите-ка. А кого интересно? Давайте мы сейчас... Я могу этот левел апнуть? Это не могу. Это могу. Нет. Вот это. Вот так могу. Вот так. Вот так. Вот так. Все, отлично, ребят. Смотрите, теперь у меня вот такие вот предметы. И теперь мне надо уничтожить вот эту, походу, рыбку. Давайте попробуем. Ну-ка. Иди сюда, рыбка. Да что такое? Вы достали их убивать. Дайте мне... Ну дайте мне хотя бы скушать одну. Давай. Это мне тебя надо убить? А, я понял, ребят. Все, я понял. Когда мы пробел жмем, ребят, это чардж, это у нас энергия. Мы становимся гораздо сильнее. Давай попробуем этого убить. Давай. А, его убили. Его убили уже. Жесть. Да блин, кто тут как катает? Смотрите, кто-то убивает моих. Не убивайте моих, пожалуйста. Так, тихо. Level up. Надо теперь 50 вот этих, ребят, убить. Офигеть. Это жестко, ребят. Ну, я, наверное, справлюсь, да? Надеюсь, что справлюсь. Так, оп. Ну, вот они еще в разных этих находятся, да? Кто-то выше, кто-то ниже. И вот это печалька, конечно. Хотя я их сейчас вообще с легкостью, ребят, смотрите. Бац. Просто сразу же уничтожаю. Какой-то еще эффект, блин, я... Какой-то светлая акула. Ну-ка. Ну, в принципе, мы с вами, ребят, справимся очень быстро, мне кажется. Смотрите, я левел-то как апаю. 12-й уровень уже. Так, получай. Кстати, и копится довольно-таки быстро, ребят. Сейчас у нас вот эти вот кубки. Это кубки же, да, получается? Да, ребят, тут кубки. Так же, как в Бравл Старсе. Кубасики. Давай сейчас попробуем 50 накопить, ребят. И посмотрим, что у нас из этого получится. Я, кстати, вот не понял только, что фуд делает. Еда.
Мне что-то подсказывает, что она нам вообще не нужна. Но, может быть, потом нужна будет, когда мы будем эволюционировать. Давайте посмотрим. Остается 20 убийств. Так-то быстро, ребят, смотрите. Мы с вами почти 15 левел апнули. Офигеть. Ну, мне, в принципе, нравится эта игра, ребят. Напишите, вот как вам первое впечатление. Мне она очень понравилась. Мне она реально понравилась. Я ссылочку оставлю в описании. Это, ребята, игру сделали разработчики лифтинг-симулятора. Ну, и знаете, ну, как-то видно их почерк в этой игре. Так, опа, это 15 уровень, ребят. 15 левел, остается немножко. Остается немножко. Давай, еще 8 убийств. Еще 8. Я иду за вами, рыбки. Так, остается 5, ребят. Остается 5. Так, да, хватит меня на торнамент свой звать. Я не хочу на торнамент. Я хочу развиться и стать самой крутой акулой. Так, все, последнее убийство, ребят. Давай. Да что такое? Он забрал моего. Мою рыбку забрал. Все, ребят. Kill Penguin Boss. А, теперь пингвина босса, ребят, надо убить. Окей. Пингвинчик. Блин, нет, не трогайте его, пожалуйста. Он мой. Он мой. Он мой. Вау. Вау. А как я его буду убивать, если он меня уничтожает так жестко, ребят? Не понимаю. Как мне его убивать-то? Жесть. Давайте попробуем. Там он кто-то с ним дерется. Кто-то дерется с ним все-таки. Так. Пингвин, босс, получай. Я его убил? Нет. Не мне засчитали, ребят. Не мне его засчитали. Интересно, а тут... Ой, тут черепашка, босс, вообще. А! Меня убили. Ну, это следующая локация, ребят, походу. И мне надо сейчас каким-то образом, каким-то чудом уничтожить этого пингвина. Но чтобы мне его уничтожить, мне кажется, ребят, нам надо сейчас с вами... Все-таки пооткрывать вон то яйцо еще. Не яйцо, а какой-то камень, чтобы усилить себе пауэр. Давайте попробуем открывать, ребят. Я, кстати, могу, например, сделать себе эволюцию. Пока эволюцию не могу, к сожалению, походу делать. Давайте посмотрим. Может быть... О, бинари. Снова мне бинари выпали, но это такое себе. Бинари. Давай посмотрим. Ну-ка, это игнисион. Неплохо. Так, и... Давай мне что-нибудь нормаленькое. Игнатион. Этот Игнатион, блин, я сейчас так и буду открывать, ребят. Ну, походу, другого пути нет вообще. А если мы, например, себе экспу улучшим, ребят? Ну-ка, давайте, например, на 1000. А хотя зачем мне на 1000? Сейчас-то... Сейчас мне это вообще не нужно, ребят. Сейчас мне это не нужно. Походу, чтобы дальше эволюционировать, мне надо сейчас убить вот этого пингвина-босса, ребят. Давайте посмотрим, может быть, легендарка отсюда выпадет, и она мне даст очень хороший буст. Ну, а тут бинари. Одни бинари выпадают, ребят. И, ну, мифик, конечно, у нас есть. Но мне кажется, сейчас мы бинари с вами улучшим, она будет круче, чем мифик. И тогда мы с вами пойдем и накидаем этого пингвину-боссу. Смотрите, тут вон ребята стоят, тоже открывают, хотя они уже эволюционированные. А мне еще эволюционировать и эволюционировать. Во, кстати, ну-ка, давайте сейчас посмотрим. Так, это мы с вами левел ап 17, неплохо. Так, здесь не можем. Так, тут давайте вот так сейчас увеличим все, что можем. Так, вот это бинари, ну-ка, бинари, нет. И все, комонка вот это остается, ребят. Игнатион, X13. Но все равно мифик пока круче, хоть мы его один раз всего лишь улучшили, ребят. Ну-ка, и это снова Игнайшен. Ну давай дальше открывать. О, мне какую-то ачивку, ребят, дали. О, Аврора, что это? Ничего себе! X90! Вы серьезно? X90! Офигеть, ребят! Это не легендарка? Но это жесть, как жестко! Офигеть! У нас сейчас будет этот, наверное... Я сейчас с легкостью убью, ребят. Я сейчас с легкостью убью X90! Ну-ка, давайте посмотрим. 28 тысяч! Ну, ребят, смотрите, это просто изи сейчас будет. Я вообще с легкостью сейчас убью этого пингвина. Иди сюда, пингвин. Давай, пингвин, покажи все, что ты можешь. Вау, убил! Убил, ребят, этого пингвина. Вообще, вы видели? Почти с одного удара. Иди сюда, пингвин. Нам надо с тобой договориться. Так, получай. Ребят, я 19 уровень сразу апнул. Обалдеть! Это что-то, ребята, имбовое я сейчас выбил. X90, ну вы представляете? Бам! Бам! Я его съел! Ребят, мне снова дали какую-то ачивку. И еще, ребята, мне надо два раза его убить. Я, скорее всего, эволюционирую. Давай, вот так, бам! Еще раз. И, ребят, я сейчас буду 21 уровень. Где ты там? Появись! Где ты? Вот он, ребята, бам!
Бам! Да, ребята, я могу эволюционировать. Эволюционирую в новую акулу. Кто я? Что? Это я рыбка какая-то, а не акула. Вы серьезно? Что это за акулка я такая маленькая? Эй, я Немо, я рыбка Немо стал. Чего? Ну-ка, инвентарь. Да, у меня вот эта штука, ребят, никуда не пропала. Поэтому это круто. Так, и что-то мне сейчас подсказывает, что я сейчас буду... Ну-ка, давайте посмотрим. 900. Ну, в принципе, да, ребят, я могу на первом уровне сейчас так всех вообще уничтожать. Бам-бам-бам-бам-бам. Кстати, чтобы сделать следующий уровень... Вот этого я могу убить? Да, этого я тоже могу убивать, ребят. Третий уровень, 2,7к. Ну вот на этих я сейчас могу прокачиваться, ребят. Бам-бам-бам-бам-бам. Отлично. Блин, ребят, очень классная игра. Мне она понравилась. Если она вам тоже понравится, мы здесь будем очень мощно развиваться, ребят. И я думаю, что мы с вами здесь очень быстро сможем развиться. Ну, мне она, по крайней мере, ребят, очень сильно понравилась. Вы посмотрите, как я сейчас прокачиваюсь. Ба-бау! Ну-ка, иди сюда, ба-бау, левел ап, ребят. Ну-ка, давайте попробуем вот сюда сейчас пройти. 6,3к, смогу ли я здесь убить кого-нибудь? Ну-ка, оп. Нет, ребят, нет, я слишком мал еще, чтобы драться с ними. Вы посмотрите, там какие жесткие акулы у ребят. Блин, а я какая-то маленькая рыбка Немо. Ну вы серьезно? Я хочу быть страшной, устрашающей акулой. А я рыбка Немо. Ну ладно, ну так-то Немо, смотрите, тоже неплохо, да? Урон наносит. Неплохо, неплохо. Уже 6,3 тысячи, ребят. Уже 7,2 тысячи. Ну, левел апается очень быстро. Так, иди сюда, рыбки мои, рыбки, я вас всех скушаю. Кстати, фуд у нас сейчас тоже не накоплен, но мне кажется, что сейчас накопится. Ну-ка, 8-й уровень, и каждый уровень, и как я понял, ребят, у нас урон растет. И вот, блин, классно, конечно, то, что мы выбили такую штуку, 8000 уже урона, ребят, мы наносим. Ну-ка, я смогу с тобой подраться, ну-ка. Нет, походу не я его убил, ребята, а другой кто-то. Ладно, не трогать моих рыбок, я буду их кушать, а не вы. О, ребят, смотрите, я могу эволюционировать, в смысле? Как это так? Эволюционируем. Вау, я стал другой акулой. Обалдеть, ребят, вы смотрите. Я стал какой-то касаткой, что ли? Ну-ка, 9000 сразу. Офигеть, ребят, ну это жестко. Это очень мощно. Я, наверное, сейчас вот смогу пройти в другую локацию сразу. Ну-ка, ну, нет, наверное, еще не могу. Потому что надо мне, наверное, побольше хотя бы второй левел апнуть, ребят. Ну-ка, давай-ка апнем. Да хватит кушать моих рыбок. Я хочу свои рыбки покушать. Ну-ка, иди сюда, вот так. Да, ребята, ну-ка, давай сейчас попробуем. Сейчас попробуем, вот так, опа. Да нет. Не могу еще я туда перейти, ребят, но вы посмотрите, сколько мне надо еды наполнить. Офигеть, ребят. Давайте попробуем поучаствовать в торнаменте. Бравл вон какой-то участвует. Ребят, офигеть, здесь и ПВП есть, представляете? ПВП, Бравл, обалдеть. Ну-ка, опа, опа. Надо вот этого пингвиненка, пингвиненка кушать. Вот, все кушаем. Сейчас Бравл, будет Бравл. Так, ого. Это что это такое? Офигеть, ребята. Я с кем буду драться? Я победил? Я победил? А что мне дали за это? Мне что-то дали за это, ребят? Ну, я не понимаю, что. Да хватит, хватит, хватит. Дайте мне покушать. Я большая акула. Мне надо много кушать рыбки. Надо много кушать рыбки. Вот так вот. Вот так вот. Ну, походу, кушать я буду, ребята, очень и очень... Много этих рыбок. Ну-ка, опа, левел ап. 39 уже, ребят, 39. Ну-ка, а там, вон там новое яйцо, ребят. Давайте попробуем до тут добраться. Давай попробуем добраться. Есть, я добрался. Что тут? Сколько стоит? 50 тысяч! Офигеть, ребят! 50 тысяч. А интересно, до следующей смогу добраться? Ну-ка. Ой, что это? Вау! Ну здесь, ребята, очень мощно. Тут надо мне, не знаю, как прокачиваться, чтобы до туда добраться. Ну, мне что-то подсказывает, ребят. Нам сейчас надо максимум выжить вот из этого камня. То есть выбивать какие-нибудь леги. Давайте попробуем выбить какую-нибудь легу. Смотрите, ребят, я уже открыл 7 штук. Я нажал Auto Open.
И смотрите, здесь у нас появляется какая-то штука типа Legendary, легендарка какая-то. Возможно, у нас сейчас с вами шанс на Олегу будет больше, если мы с вами откроем 50 раз. Давайте проверим это. О, ребята, мы с вами выбили Аврору. Что это за Аврора? Погодите-ка. Что это за Аврора? Это Divine? Это Аврора какая-то? 90! Я могу ее улучшить, ребят! Две Авроры! 125! Офигеть! 126, точнее! Обалдеть, ребята! Это капец! У меня две теперь Авроры! Ладно, 126, ребят. Было 90, стало 126. Нормально, неплохо. Давайте посмотрим, попробуем выбить, может быть, Легу. Ну, смотрите, половину мы с вами прошли. И 5, вот это я не знаю, что такое 5. Legendary, ребят. Давайте посмотрим, может быть, мы реально сможем с вами выбить легендарку. О, ребята, что это я выбил? О, это еще один мифик. Блин, ну мифик это стрёмно. Ребят, смотрите, остается у нас 4 открытия. Я уж думал, это легендарка какая-то. Но нет, это был всего лишь еще один мифик за 3,5%. Ну что, 3 открытия у нас остается. Давайте посмотрим. О, еще один сразу же, ничего себе. Сразу 2 этих мифика выбил, ребят. Прикольно, прикольно. Это у нас бинари. Все, ребят, последнее открытие. Давайте посмотрим, что сейчас будет. Так, оп, 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 оп. О, что? Да ладно, я Легу выбил! Ребят, я Легу выбил! Так, окей, где она? 630! Ребят, это капец! Ну это жесть, 630! Теперь мне надо открыть 100 раз, ребят, чтобы выбить вот эту супер крутую Легу. Давайте проверим сейчас сколько... 277 тысяч! Серьезно? Смотрите, ребят, сейчас я вот этих смогу сейчас убивать с легкостью. Бам, 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 бам. Получай, сказал, получай. Я сразу с двумя сражаюсь, даже с тремя. А, меня убили, да? Ну, меня убили, но ничего страшного, ребят. Потому что я сразу начал драться с кучей, каких-то непонятных чувачков. О, смотрите. О, вот такой вот эффект теперь, ребят, крутой. Нифига клево, ребята. Теперь я могу вот с этими драться. На, получай. Хватит, чувак, уйди, это мои ребёшки. Ребят, очень классная игра, мне она нереально нравится. Вы посмотрите, как я их убиваю, я 14 уровень. Ну-ка, вот этого смогу? Нет, вот этих, скорее всего, не смогу, ребят, потому что они мощные. Да, ребят, хотя, смотрите, я один раз укусил, и мне дали сколько дофига уровней. Ребят, всем большое спасибо за просмотр. В следующем видео мы с вами продолжим и попробуем выбить самую крутую Легу в первой локации. Всем, ребят, удачи и до новых встреч. Пока-пока.